Дорогие мои зрители и уважаемые подписчики, в связи с непредсказуемой обстановкой на YouTube, то есть его могут прикрыть, могут не прикрыть, опять же неопределенность какая-то, я продублировал свой канал на Яндекс.Дзен. Ссылку оставлю внизу под видео, можете подписываться на Дзене и в полном объеме смотреть видео, буду дублировать все, что выкладываю на YouTube. Вот блок управления, он абсолютно исправный. Проверяем его. Включаем зажигание. Это у нас главное реле. Красные катушки, зеленые форсунки. Сейчас специально сделаем рассинхронизацию коленвала и распредвала. То есть у нас сейчас коленвал и распредвал смещен на зуб. Смотрим, что происходит. Не работает одна катушка. Третий шестой цилиндр. Не работает одна катушка. Выключаем. И теперь делаем правильную синхронизацию, которая должна быть. Все три катушечки работают. Проблема не в блоке, а в синхронизации датчика коленвала и распредвала. Вот неисправность оказалась как раз не в блоке. Многие грешат на блок и сразу привозят блок в ремонт. Хотя проблема, сами видите, в синхронизации коленвала и распредвала. Это очень часто бывает как на Mitsubishi V6 моторы, так же и на Nissan. Сбой на один зуб как раз будет отказывать один или два цилиндра. Так что прежде чем приговаривать блок, нужно проверить синхронизацию коленвала и распредвала. Всем всего самого наилучшего, много клиентов, много интересной работы, а самое главное крепкого здоровья.